Привет, мои дорогие! Я Александра Соколова, показываю вам недвижимость в Мерсине и рассказываю о жизни в Турции. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на наш канал. Сегодня хочу вам предложить квартиру 3+1, 3 спальни, 2 санузла, кухня-гостиная с прекрасным видом на море, рядом с пляжем, где-то 200-250 метров. Я думаю, что мы с вами еще прогуляемся и посмотрим, как выглядит местный пляж. Конечно же, это очень важно, потому что вы берете квартиру и выбираете квартиру на море, для моря и у моря она должна быть. Квартира продается по привлекательной цене, все характеристики технические оставляю всегда ниже под видео в инфобоксе. Там вы найдете цену, технические характеристики, инфраструктуру, расстояние и так далее, и так далее. Не ленитесь, заходите, смотрите. Ну, а я вам сейчас покажу эту квартиру. Смотрим. Итак, начну, как всегда, с самого интересного, с террасы. Хорошая прямоугольная форма терраса. Пол, естественно, плитка, имеет выводы воды, электричества, канализации, место под газовую колонку, потому что Арпач-Бахшиш в перспективе будет газифицирован. Показываю вам, какие виды открываются. Та-дам! Смотрите, какие замечательные виды. Вот эта зеленая территория никогда не будет застроена. Это питомник. И вы всегда можете любоваться зеленью, морем и закатом. Солнышко у нас сядет вот где-то вот здесь, вот в горах. Также замечательный вид на горы. Комплекс застроен, заселен. Люди здесь проживают постоянно, в том числе русскоговорящие. Так что будет с кем пообщаться, с кем вместе сходить на пляж, поделиться житейским опытом. С кухни-гостиной мы попадаем, с террасы в кухню-гостиную попадаем. У нас здесь французский балкончик, единое пространство. В жилой зоне у нас пол, плитка. Есть выводы под кондиционеры, телевизионные антенны, интернет, электричество. Место вот под кондиционер. Такая вот красивая современная кухня. Место под всю технику. Каменная столешница. Окно над раковиной. Новое от застройщика. Еще, естественно, ну, к сожалению, у нас это естественно, со всем строительным мусором и пылью. Двери в пленочке, окна в пленочке. Все новое. В коридоре у нас входная дверь, прихожая, встроенные шкафы. Есть домофон. Вот такие вот панели. В коридорах и в санузлах пол, плитка. Итак, смотрим спальни. Это одна спальня. Во всю ширину стены у нас окно. Замечательные виды открываются на горы. С коридора мы попадаем санузел, санузел хорошего размера, унитаз функции биде, душевой уголок, раковина и зеркало. Вторая спальня с окном и с балконом. С балкона открывается тоже небольшой вид на море, рядом школа, это розовое здание. Арпач-Бахшиш у нас, как и весь Мерсин, активно строится, но я предпочитаю говорить о реальных вещах и продавать реальные вещи, готовые квартиры и менять деньги на ключи, на готовую квартиру
и на то, что вы в ней видели. Без обещаний, без ожиданий, только реальные вещи. Меняем деньги на реальную жизнь у моря. Родительская спальня, классические два окна и санузел свой. Санузел небольшой, но тем не менее все есть. Есть унитаз, есть душ, есть зеркало и небольшая раковина. Тоже открывается неплохой вид на горы. Это у нас бассейн и аквапарк, зона отдыха. Здесь также будут шезлонги, зонтики. Сейчас, к сожалению, это пустующая территория, без воды. Но, надеюсь, скоро все выздоровеют. Берегите себя, это самое главное. Ну и второе, приезжайте в Мерсин для того, чтобы увидеть отличные предложения по Мерсину. Мы показываем предложения по вашим пожеланиям, по вашим требованиям в доступном ценовом сегменте. Вот для того, чтобы зайти в душ, есть вот такие вот, есть душ для того, чтобы зайти в бассейн. Огороженная охраняемая территория у нас Мерсин активно строится. Можете видеть процесс, соседний комплекс. Но я предпочитаю менять деньги на ключи на готовую квартиру, на свидетельство о собственности, для того, чтобы вы могли наслаждаться жизнью уже сегодня. Огороженная территория, парковки, беседки. Давайте пройдем, посмотрим квартиру. Есть пандусы. Как я сказала, русскоговорящие проживают здесь в том числе постоянно. Нарядный такой подъезд. Хороший, светлый, современный. Два лифта на этаже. Поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о данной квартире. Понравилось, не понравилось? Если у вас остались вопросы, пожалуйста, связывайтесь со мной по телефону WhatsApp, который появляется у вас на экране, либо находится в инфобоксе под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Приезжайте в Мерсин, будем рады встретить вас и показать это предложение, а также другие. Увидимся в Мерсине. Пока-пока!